Так, давай так. Я купил. Положи на меня. Выводи еще раз. Даже на подошку. Подошку, да. И давай, чтобы лучше тебе хорошо падать. Куда? Берешь за два, пока. А потом выведение сюда три раза. Потом сюда. Да,
Мате, номер от Оля. 5 минути прошло, прошло 3 минуты, 2 минуты у меня еще. Ахме, разогревайся. Левую.
Правую руку держим и в ту сторону. Любимая для тренера. Ой, я не люблю этот бросок. Я другие броски, я люблю обманывать. А этот бросок, вы же боретесь, все правый столь. Берете захват, противник берет захват. Вы стараетесь сюда бросить, вам не дают. Почему? Потому что ребята занимаются не 4, не 4. 4 тренировки, из которых вас не пропускают. Они утром и вечером тренируются. И еще в субботу борются. У них утром борьба во вторник и вечером борьба. В пятницу утром, вечером и в субботу они борются. И в среду у них панарь. Они или кроссы бегают. Бегают там долина роз, вот у них по 8, по 9 кругов. Бегут, а потом еще ускорение по лестнице делают. Поэтому, когда вы приходите, берете такой захват, вы бросить никак не можете. Вы должны заработать за счет головы. Да, у вас меньше. Но нужно отсюда, то есть постараться отсюда и сделать бросок через плечо сюда. В эту сторону. Нам было легче в мое время. У нас не было спортивных лицеев. Не было. Спортивный лицей – это две тренировки в день. Две тренировки в день. Вот вас противные лица. Но вас периодически. Поэтому как бы, есть кто занимается, есть кто не занимается. А 10, 11, 12 обязаны все. Утром пришли, кросс побегали, пришли в тренажер, чуть-чуть покачались, помылись, пошли. Что? Учиться. После обеда пришли, поработали на технике, поборолись. В среду пошли, попались. Это нормально. А когда вы 4 тренировки из них одну или две пропускаете, то вы извините. Поэтому хотя бы надо быть мудрее их. Там, ребят, 15-20, что такое интернат? Там дети поступают, 5-6 класс, у меня ребята поступают, 6 класс. Вот такой канат 5 метров, он залезает 2,5 раза в дно. Канат, ой, да, перекладина, минимум 15 раз при поступлении. Минимум. Если меньше, его не берут туда в лицей, он там не нужен. Вы понимаете, то здесь 15 раз 20 могут. Те, которые давно занимаются, вот он может, то он может. Они могут? Не могут. Могу. Ты уже показывал мне. Ну и что они показывают? Ну и еще. Сколько? 15. Сам попросил, а ты течет. Раз, два, выше, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, чуть-чуть выше, четырнадцать. Ну так что ж ты тогда ходишь или борешься? Тебя берут, руки срывают, это я не знаю, ты там нормально подтягиваешься. А 50 раз отобжешься на дороге? Да, нет. Ну тут понимаешь, как если ты защитник, защитный вариант, надо держать. То есть ты взял и держать соперника. Подтягиваешься отлично. Или ты нет? Ну, почему ты тогда, когда бросаешь, не держишь противника, не могу понять. Так. Поэтому я хочу, чтобы вы делали этот бросок. Взяли отсюда, вытащили. Раз, два, три, аккуратненько сели и сделали бросок. Покажи, Игорек, еще раз. Смотрите, раз, оп, и бросок. Не забывайте, вы бросок должны делать. Отсюда туда, отсюда туда. Техника безопасности. Что вы смеете? Техника безопасности. Отсюда туда бросок. Можно оттуда сюда. То есть если все одинаково делают. Все. И последнее. Я каждого поставлю перед камерой.
каждый мне расскажет, что ему дает лицей и что он дает лицей. Каждый в камеру мне скажет, как фамилия, имя, скажет, вот, я посещаю занятия из 4 тренировок, 1, или 2, или 3. Плохо учусь, ой, отлично учусь. На одни 6, 5, ну раньше 5 были. Что дает лицей вам? Да, зал, свет, электричество, тепло, учителя, тренер, уборка, тренажеры. И что вы даете? Просто потом вы злите. Это первое. И второе. Что имеет право делать борец после тренировки и до тренировки? Это взаимоотношения с другими спортсменами, учениками. Что он имеет право, что он не имеет права. Чтобы у вас после того, как вы что-то сделали, не было других проблем. Игорь, покажи еще. Все, такое? Все, хватит, готовы совсем уже отдыхали. Еще раз. Сейчас я покажу, кому куда делать. Пожалуйста, еще раз. Вот видите, на тренера бросает. Еще. Значит, оттуда должен бросать. Вы здесь бросаете. Вы здесь бросаете. Вы здесь бросаете. Вы здесь бросаете. Сюда. Начните через бедро. Хорошо. Вы вот так бросали. Ты идешь с ним, иди сюда. Так, Миша, вы здесь бросали. Так, Макс, сядь на секундочку. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так. Вы там бросаете, вы здесь бросаете. Все, пошли броски через плечо. Смотрите, не-не-не, отсюда туда. Один раз ты бросаешь, один раз ты бросаешь. По одному разу. Встань быстрее! В другую сторону. Держись так. Сейчас. Макс, ко мне. Привет.
уроки. А ты...